Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Сразу прошу прощения за то, что ролик выходит так поздно. Я достаточно сильно заболел, и у меня только появляется подобие голоса. Ну а сегодня ничего нового я для вас не готовил. Поэтому переходим сразу к тому, что подготовил для нас новый осенний сезон. В первую очередь вас ожидает три новых сезонных чемпионата и одна выходка. За первое место против драйватаров уровня эксперт в кольцевом автокроссе в северном городе вы получаете 10 тысяч кредитов, призовую игру и эмоцию удар кнута. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командной кольцевой гонке в парке Холлируд вы получаете гудок «Дом с привидениями». Ну и самый интересный на подарки сезонный заезд. За первое место против драйватаров уровня эксперт в спринте на фестивале Horizon вы получаете быстрое сообщение в чат «Угощение или жизнь», гудок «Похоронный марш» и прикольную одежку на Хэллоуин – костюм скелета. Также в этот раз я решил пройти сезонную выходку. В этот раз необходимо набрать 322 км в час на полицейском радаре водохранилища Дэруин. Вот только смысла в этом я не увидел. Рекорд был побит, результат получен, но никакого приза за этим не последовало. Ну а теперь давайте я расскажу вам, как пройти новый форзафон, который продлится со 2 по 9 ноября, как мне кажется. Первое испытание называется «Маленькая лошадка». Для его выполнения вам необходимо купить Ford Capri 73 года. Ну а для выполнения испытания вам достаточно просто выехать из гаража на этом автомобиле. Следующее испытание называется «Дорога впереди». И для его выполнения, о чудо, вам не надо набивать никакие техники. Необходимо просто накатать 16 километров на автомобиле Ford Capri. Абсолютно ничего сложного, мне хватило 5 минут, чтобы накатать это расстояние. Следующее испытание называется Fastback Coupe. Для его выполнения вам понадобятся скоростные участки. Ну а чтобы выполнить это испытание, вам необходимо суммарно набрать 9 звезд за все скоростные участки, которые вы выберете. Разницы совершенно нет, можно пройти 9 скоростных участков на 1 звезду, либо 3 скоростных участка на 3 звезды. Последнее испытание называется «Смелые маневры». Чтобы его выполнить, вам необходимо на Ford Capri продемонстрировать 8 отличных техничных цепочек. Кстати, в зачет идут не только отличные техничные цепочки, но также шикарные и идеальные. Для выполнения отличной техничной цепочки вам необходимо набрать 5000 баллов. Для выполнения шикарной – 10 тысяч баллов, а для выполнения идеальной – 20 тысяч баллов. Ну а теперь давайте расскажу вам о наградах. Как и всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую супер-игру за 150 очков. Также в этот Хэллоуин можно купить две футболки «День мертвых» за 75 очков каждую. Еще приятный приз за 175 очков – это автомобиль Hot Wheels Bone Shaker. Ну а главный приз – этот форзафон – это Chevrolet Nova Supersport Forza Edition за 250 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 9 ноября. И поддержи меня лайком за мои старания. Всем пока и удачи с выполнением заданий!